А какая-то поддержка оказывается? О чем мы говорим? Что? Нет, есть. Да забыли, сразу же забыли это все. Вспомнили, когда годовщина была, потом опять забыли. Памятник, который должны были установить, обещало Министерство обороны установить годовщине гибели. Его никто не установил, и до сих пор никто не установил. Обещала же военные, какую-то помощь семье, погибшим. Это все выплатилось вовремя? Выплатили то, что Богдан был застрахован. Это страховка называется. Угу. Страховка была выплачена в сумме 1,5 миллиона гривен. Скажите, на этом все закончилось. Какое для вас решение? Суда станет такой удовлетворительным сатисфакцией? Я понимаю, что тут нельзя, наверное. Ну, сам факт, все ли вы думаете представлены виноватые, все представлены в суде? Да, давайте дождемся решения суда и как закон решит. Хотя хотелось бы видеть совсем других людей, еще других людей на главе подсудных. Если суд перенесут в Киев, смогут ли родственники ездить и вообще? Ну, конечно, не смогут. Это специально это все делается. Резонансное дело, которое хотят просто его оттягивать, замыливать, и так со временем спустят все на тормозах.